что вперед не смотришь! Где ближайшая больница? Че? У меня жена в машине умирает, срочно! Бро, тут не проехать, надо в объезд. А больница за углом, километр отсюда. Спасибо. Ни за что. Готовьте место в реанимации, срочно! Какое место? Для кого? Женщина, черепно-мозговая, тяжелая степень. Владик, это кто? Понятия не имею. Мужчина, у нас нет места в реанимации. Езжайте в другую больницу. Вы что, оглохли, что ли? Оглохли, говорю! Стойте, мужчина, что вы делаете? Послушайте меня, это моя жена. Мне нужно место в реанимации, срочно. Потом я переведу ее в другую клинику. Вот и везите сразу. Да не могу я сразу, там авария, не проехать мне, понимаете? А что вы на меня орете? Я вам говорю, места у нас нет. Вадик, давай, выведи их отсюда. А ну куда? Давай. Ну, убери ты руки. Так, что здесь происходит? Вы кто? Врач этой больницы. Послушай, у меня жена при смерти. У нее черепно-мозговая, помоги. Я ему уже сказала, места у нас нет. Давно без сознания? Где-то полчаса или около того. Лен, вызывай травматолога. Спасибо. Это моя работа. Прошу вас. Спасибо. Старик, не переживайте так. Я нашел лучшего нейрохирурга. Он сделает все возможное. Игорь Сергеевич, не буду скрывать, ситуация сложная. Внутри черепная гематома увеличивается, скапливается кровь из порванных сосудов. Не переживайте, я буду следить за ее состоянием. Спасибо вам большое, доктор. Мы на вас очень надеемся. Аркаш, я, наверное, здесь останусь. Я останусь с тобой. Да нет, не надо, иди. Мне лучше одному, наверное. Ты давай держись, все будет хорошо. Если что, я всегда на связи. Зоя Леонидовна, это Игорь. Ира, в больнице. Что? Приезжайте. Ты где? Я сейчас приеду. Простите, мне плохо. Что случилось? Мне плохо очень. Где болит? В груди, дышать мне тяжело. Ну, нет температуры. Могу пустырник дать. Ваш врач сказала, что у меня проблемы с сердцем, возможно, серьезные. Может быть, вы могли бы мне… Так, девочка, иди спать. Завтра придет твой врач и даст все, что тебе нужно.
Вы же тоже врач. Дайте мне лекарства. Так что тут раскомандовалась? Спать иди. Ломка у тебя. Да вы просто... Она сюда не вернется. Да сядь ты, хорош маячить. Куда денется, ей идти некуда. Фарад, как ты можешь быть таким спокойным? Один раз тебя накажут, и ты научишься. Скажи спасибо, что Абай тебя пощадил. Он не всегда такой добрый. В общем, я решил проверить, не вернулась ли ты. Прихожу туда, а там голоса, прикинь. Думаю, что делать. Думаю, ладно, давай я тебя там подожду. А ты где была? Неважно. Искала, где переночевать. Славик, иди. Дальше я сама, спасибо. Так тебе же некуда идти. Я знаю одно место. Там, конечно, не фонтан, но перекантоваться можно. Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Мне лучше одной. Я не знаю, что ты там натворила и что им от тебя нужно, но одно могу сказать точно. Там тебя не найдут. Место надежное, отвечаю. Слушай, Славик. Я без тебя никуда не пойду. Ты как маленький, ей-богу. Кто бы говорил? Слушай, а может тебе вот это поднимет настроение? Славик, не надо. Лейла, пожалуйста, прошу, возьми. Я тут недавно дозу не рассчитал. Так меня накрыло, еле откачали, прикинь? Мало ли чего. А так хоть память обо мне останется. Возьми. Походу, там все. Кранты. Одной бабы больше, одной меньше. Я понимаю. Но Калинин же сейчас сопли распустит. Как же все не вовремя-то, а? Я не понял. Он что, может нам сделку по заводу сорвать? Ему уже крышу сорвало. Да что ты втираешь? Есть проблема, решай проблему. А я, по-твоему, что делаю? А по-моему, это ты сопли жуешь. Ты у нас за что отвечаешь? За логистику? Вот и отвечай. Не будет фабрики, не будет эфедры. Это понятно?
собирай Федру и готовь к отправке в Россию. А мы здесь разберемся. М? Она умерла. Сочувствую. Вам еще пару вопросов. Недалеко от места происшествия была найдена женская сумочка. Вы ее узнаете? Да. В ней было что-то ценное? Не знаю. Деньги. Телефон. Паспорт, наверное. Прочитайте и подпишите. Это то, что с ваших слов было украдено у потерпевшей. Деньги, телефон, паспорт и золотое кольцо с драгоценным камнем. А вот это вещи, которые были найдены в сумочке. Посмотрите внимательно. И вот здесь подпишите. Это что? Это анализ крови. Беременность 3 недели. А вы что, не знали?
Костя. Да. Здорово, братух. Здорово. Ну чё ты, как? Все пучком? Чё ты смотришь, Ев? Тихо! Я говорю, это беспредел. Какой? Я спокойно отдыхал. Я никого не трогал. Сидел. Где он может быть? Успокойся и сядь. Успокойся? Бизнес накрывается. Надо найти придурка. Его уже ищут. Он не отвечает на телефон, дома его нет. Никто не знает, где он. Плохо ищут. Аркадий, давай подключим моих людей. Абай, давай обойдемся без твоих басмачей. Я Игоря знаю много лет. И ты предлагаешь мне положиться на вашу крепкую дружбу и рисковать? Чем ты рискуешь? А я тебе расскажу, чем рискую. Если сорвется сделка с новой фабрикой, куда ты денешь Федру, которую я привезу? Старая фабрика с таким объемом не справится. Чё ты молчишь? Послушай, я тоже понимаю, что все может накрыться медным тазом. А вот если ты понимаешь, тогда найди придурка и приведи его в чувство. Легко сказать. Как его вернуть к прежней жизни? Дай ему наших таблеток. Фидролептин. Ты с ума сошел? Он оперирующий врач. Ты хочешь сделать из него наркомана? Зато придет в себя на какое-то время. Состоится сделка. Ты станешь владельцем новой фабрики. А там видно будет. Наконец-то. Где он? До свидания. Вот скажи мне, ну что ты делаешь, а? Ну вот хорошо, ребята полицейские, нормальные попались. Куда едем? Домой? Но все равно. Игорь, ее не вернешь. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но нужно возвращаться к нормальной жизни. У меня нормальная жизнь. Я имею в виду работу. Отлично работаю. И сам я такой охрененный. Старик, с тобой все в порядке? Абсолютно. Как бы Игорь Калинин, если у меня дела были не в порядке. Я же знаменитый хирург, ты забыл. Ты издеваешься сейчас, да? У меня клиника нового поколения. Я член общественной палаты, то есть 5 минут. Так, понятно. Ну ты же взрослый человек. Возьми себя в руки, но у нас же бизнес. Короче, я выхожу. То есть как? Вот так. Я выхожу из клиники, из бизнеса. Это все какая-то глупость. Общественная палата, карьера – это дерьмо. Игорь, нельзя так просто соскочить. Ну, работа в клинике идет кое-как. Родственник сенатора ждет операции. Да бог с ним! На нас люди работают! У нас пациенты, в конце концов! Я уже не говорю про сделку. Ты вообще помнишь, что мы с тобой фабрику покупаем? У тебя квартира в залоге! Ты на что собираешься жить? Ты как собираешься кредит отдавать? Или ты предпочитаешь лежать под забором и гнить? Значит так, я вытащу тебя из этого дерьма. Всеми правдами и неправдами. В конце концов, вдруг я тебе или нет. Игорь, я прекрасно понимаю, что с вами происходит. Это нормально. Ваш привычный мир разрушен. Извините, я, наверное, пойду. Почему? Что вы здесь заливаетесь? Бессмыслица какая-то.
При чем здесь мой внутренний мир? Я врач! У меня жена была психиатром! Вы мне здесь заливаете про разрушенный мир! Хорошо, вы врач, я врач. Давайте на чистоту. Вы знаете, что такое нормальная работа горя? Знаете. У вас застревание на первой стадии. Шок и отрицание. В норме это от нескольких минут до 2-3 дней. У вас продолжается вторую неделю. Если пойдет и дальше так, окажетесь в психбольнице. И что делать? Что делать? Переходить ко второй стадии эмоционального высвобождения. Как? Как? Присаживайся. Не сдерживайте свои эмоции. Не держите все в себе. Пусть это будут любые проявления. Делайте все, что угодно. Пусть вам это покажется абсурдным или странным. Теперь дальше. Судя по вашей реакции, у вас была так называемая сложная потеря. У вас ведь с женой были непростые отношения. Да, наверное. Ну вот. Значит, на третьей стадии будет сильное чувство вины. Поэтому мой совет, он будет, может быть, опять же, абсурдным, но действенным. Подумайте, что вы можете сделать для своей жены. В смысле, что я могу сделать? Что цветы на могилу принести? Нет. Что вы можете сделать для своей жены, как если бы она была жива? Не понял. Но это можете знать только вы. Это может быть что-то странное, личное. Но вот вы поймете, что это оно и есть. Вспомните, может, у нее было какое-то желание, какая-то последняя воля. Все равно не понимаю. А что это изменит? Смысл? Ну, давайте рассуждать логически. Если вы сделаете что-то хорошее, кому от этого будет плохо? Да? Вот, предположим, чисто гипотетически, что ваша жена смогла бы увидеть то, что вы сделали. Ведь вам бы от этого стало легче. Ну, конечно, это во многом вопрос веры, но, повторюсь, вы же от этого ничего не проигрываете. Подумайте. Ну, что тебе сказали? Наверное, мне надо вернуться к врачебной практике. Ира же говорила, что я был хорошим врачом. Так и есть. Ты лучший врач. Готовь к операции родственника сенатора. Diese Fabrik ist wie ein Kind für uns. Эта фабрика – это наше детище. Deswegen ist es äußerst wichtig für uns, den richtigen Käufer zu finden. И для них крайне важно найти правильного покупателя. Они могут не волноваться.
Фабрика будет в надежных руках. О, а вот доктор Калинин. Я год. Мой надежный бизнес-партнер и очень близкий друг. Господа, я хочу поздравить нас с удачным завершением переговоров. Ты издеваешься? Что случилось? Я тебя спрашиваю, ты издеваешься? Игорь, что происходит? А что они улыбаются? Вы чего улыбаетесь? Так, Игорь. А что, весело? Игорь, что происходит? А мне вот ни хрена не весело. Меня кто-нибудь спросил, Игорь, надо мне все это дерьмо или нет? А я вам отвечу. Игорь. В гробу я видел ваш бизнес, вашу фабрику и всех вас. Прекрати немедленно. Я прошу прощения. У доктора Калинина сегодня была очень важная, тяжелая операция. Переведи. Meine Herren, Dr. Kalin hat heute eine schwere Operation gehabt. Deswegen ist er so aufgeregt. Bitte verstehen Sie. Ты что творишь? У нас сделка на носу. Нам эта фабрика очень нужна. Ты хочешь что сорвать? Я его чуть не убил. Кого? Родственника сенатора. Я не могу вернуться к работе. И не знаю, когда смогу. Черт опять. Послушай, что случилось, то случилось. Но ее уже не вернешь. Если бы я был там рядом с ней, ничего бы этого не произошло. Послушай, ну давай еще раз сходим к психотерапевту. Он уже все сказал. Я попробовал, чуть человека не убил. Наверное, я неправильно подобрал ответ. Что-что? Да ничего, не бери в голову. Игорь, я не прошу тебя оперировать. Я прошу тебя, вернись к обязанностям главврача. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. У нас фабрика, у нас сделка. Дай мне время! Давай ко мне зайдем на минуточку, а? Вот, это тебе поможет. Мы нечто похожее производим. Ну, как похожее? Ты меня понимаешь. Верное средство. Ты хочешь, чтобы все это полетело к чертям? Я никогда не решалась спросить Ирину, но у меня такое ощущение, что вы не одобрили то, чем она занималась. Я бы не хотел о ней говорить в прошедшем времени. Простите меня. Давайте я вам чаю заварю.
Ой, простите. Извините. Вы знаете, я вспомнил. Вы в тот вечер говорили с Ирой о чем-то. Мы говорили о вас. Обо мне? Ну да. Ирина хотела попросить вас об операции. Девочка с эндокардитом. Да. Да. Ира говорила. Мы как раз из-за нее поссорились. Я вышел из машины. Чай с сахаром? Или без? Да. То есть... Что? С сахаром. Нет, не надо чая, спасибо. Маша, а эта девушка с эндокардитом, я могу ее увидеть? К сожалению, нет, она ушла той же ночью. Как ушла? Куда? Ну, она же может вернуться. Ну, конечно. Я вот 3 раза уходила и каждый раз возвращалась, пока не вылечилась. Вы ж... Вы что, тоже? Да, я тоже. Я как-то себе иначе все это представлял. Я всегда думал, что наркоманы – это… Мусор. Так и есть. Только кто-то в них может разглядеть что-то человеческое, а кто-то нет. Ирина могла. Если эта девушка еще раз появится, дайте мне знать. Угу. Голову подними. Это уведи. Встаем на выход. Когда с пацанами разберусь, я сразу ко мне. Есть. Куда ее? Почему ее увели? Она же ничего не сделала. М? Крохин Алексей. Я. Yeah. Гуськов Сергей. Ну, я. Ну, а ты, значит, Вячеслав Самойленко. Так. Эта вещь вам знакома? Первый раз вижу. У моей мамы был такой. Ха, точно. Значит, во второй раз вижу. Ну, в смысле, телефон. Ответ не засчитан. У меня есть показания Ершова Михаила. Вы знаете такого? Нет. Вы продали ему этот телефон за 3000 рублей. Время и место напомнить? Ну, так это… Как его? Млехина и мама телефон продали, а что, нельзя? Также у меня есть показания Калининой Ирины Александровны, на которой было совершено нападение с целью ограбления.
Среди похищенных вещей телефон такой же модели. Так а мы тут при чем? Ну, может быть, и не при чем. Только гражданка Калинина едет сейчас сюда, чтобы провести опознание. И если что, то скоро вы окажетесь в колонии. Есть вариант. Чистосердечное признание. Тогда срок наполовину меньше. Но если вы прощения попросите у Ирины Александровны, может быть, и условным отделаетесь. Время на размышление – 1 минута. Время пошло. Здравствуйте, я к следователю подрезу. Документы ваши. Пожалуйста. Все верно. Так все и было, правда. Угу. На место сеть. Товарищ майор Калинин. Проходите, Игорь Сергеевич. Здравствуйте. Узнаете? Я понимаю, было темно. Но вы приглядитесь. Эти молодые люди признались в нападении на вашу жену. Простите, мы не хотели. Не, ну мы можем извиниться перед этой, ну, той женщиной. Вы что, издеваетесь? Чё? Игорь Сергеевич, они не знают. Что? Что не знают? Чего мы не знаем? Она умерла. Чё? Как? Умерла? Мразь! Тихо, вы что? Муза! Это вы ее убили! Успокойтесь, вы что? Я же вашего ребенка убил! Казни! Мерзи! Что ж ты с вами не сказал, сволочь? Уведите их отсюда! Поблоки! Тихо-тихо! Больно! Живи! Да уводите здесь нас, пожалуйста! Давай, двигай! Мы не знали! На выход! Стоп, все, все, все! Мы не хотели! Не пошел, надо! Пошел. Больно! Вот, Игорь Сергеевич. Я составил протокол опознания. Подпишите. Я их не видел. Ну и что? Они ж признались. Вы их посадите? Конечно, посадим. Но не на свободе же их оставлять. Безнаказанность дает иллюзию, что они могут так просто грабить и убивать. Но какой нормальный человек убьет из-за телефона или золотого колечка? Так вы подпишете? Конечно. Игорь Сергеевич, я надеюсь, мы вас больше не потревожим. Всего хорошего. До свидания. Я могу идти? Свободен. Есть. Пойдем. Посиди здесь пару минут, потом поговорим. Абай Рахмунович. Товарищ майор, разрешите? Я ее нашел. Да, подрезал. Дверь закрой. Угу. Да-да, я ее задержу. Да, конечно. Подожди минутку. Понял. Заходи.
произошла ошибка. Прошу прощения. Девушка, которую мы взяли, похожа на вашу, как две капли воды. После установки личности оказалось, это не она. В следующий раз, прежде чем меня дергать, будьте внимательны. Вы говорили, она связалась с наркоманами? Вы и сами это прекрасно знаете. Я вот тут подумал, когда убили того парня, к Лэле подходила женщина. Она говорила, что… Давайте без лишних деталей. Да, вы правы. Я думаю, вам стоит посетить центр реабилитации для наркоманов. Вот адрес. Простите, я ничем не смогу вам помочь. Вас нет в списках. А в нашем центре сведения о пациентах строго конфиденциальны. Но мне очень нужна эта девушка. Ее зовут Резаева Лейла. Семья очень волнуется. Мы полагаем, что она находится у вас. И что? Помогите. Я понимаю, но мне придется попросить вас уйти. Мы в долгу не останемся. Мне вызвать охрану? Подождите! Ой, нифига себе, зарядила. С ней невозможно разговаривать. А может быть, вы мне сможете помочь? Вот эта карточка вашей Лейлы. Угу. Тут ничего нет, чтобы не помогло. Значит так, если вдруг появится какая-то информация, угу, звони. Угу. Пропустите. Знакомы. Я Карине Александровне. По какому вопросу? По личному. Тогда ничем не могу помочь. Убили ее. Как? Наркоманы какие-то. Когда? Из-за денег. И кольца с бриллиантом. Сюда прийти. Вы убили мою жену.